Всем привет! Снова я с вами. Сегодня также мы с Айдаром на Волгу сегодня в итоге хотели на Каму, но Айдар решил, что Волга интереснее будет сегодня для него. Ну посмотрим, мне как бы без разницы, что на Каме, что на Волге. Я ж без него никуда. Поэтому сейчас вот эти вот места обловим, посмотрим. Надо доехать еще, да? Вот. Дорога прекрасная. Песок. Даже если дожди пройдут, тут выехать можно. Вот карта. Посмотрим, что сегодня будет. Вот недавно с женой вот ездили на БИМУ. Густерки, подлещики и одна вот плотвичка попалась. Сегодня уже на Хищника. Надеемся на лучшее. Надеюсь, что комаров будет меньше. Мы в тот день на Каме, конечно, вообще обалдели от комаров. Комаров было туча. Вечером, в принципе, не так много, но вот, блин, с утра. Хотя и вечером в 6 часов где-то, когда лодку уже собирали, офигевали от комаров. Народу дофига вообще. Видите, с палатками люди сюда приезжают. Здесь вообще красота. Вот, на Нивах вон катаются, где горы. Тестируют свои машины. Вот. Оффроуд, как говорится. Ну, интересно, интересно здесь. Места просто обалденные. Здесь раньше не могли так проехать. Но что-то, блин, в том году здесь народ столько не было. В этом году прям сабантуй конкретный. Посмотрим. Скоро доеду уже. Айдар точку скинул. Надеюсь, еду правильно. Вот. В принципе, тут больше некуда. Это островок такой интересный. Легковушки тоже здесь проезжают, вот за мной едет. Что там, Форд? Форд Фокус, что ли? Или что это вообще? Или Кьях какая-то? Ну, лоб. А, Форд. Да, точно, Форд проехал. Навстречу Kia Ceed был. Тоже проехал нормально. А нам не страшно. У нас полный привод, но все равно. Не для оффроуда машина. Ну, доеду, поздороваюсь с Айдаром. Надеюсь, я его найду. Короче, вышли на ночную охоту. Мошкары вообще ужас, блин. В рот лезут, вообще жизнь. Ни хрена ничего не видно. Конца не края. Все, время 3 утра. Выплываем. Ночью так покатались. Пара тычков только было и все. Вода уже вся цветет. Вся зеленая. Все, вон Айдарик. Подготавливается.
Как дела у вас, Айдар? Пока нормально. Пока нормально. Думаем, будет еще лучше. Он все охотится за трофеем. На сазана. Да, рыбаков, смотрите, куча просто народу. Танцы, блин. Дискотека. Да, смотри, блин. А вот он. Ушел. Малюсенький. Все нормально. Активность рыбы пошла потихоньку. Вот рассвет. Thank you.
Время уже 12 час. Толком ни тычков, ни поклевок нет. Да, решили проверить заливы. Даже всплесков вообще никаких. Хорошенький экземплярчик. Дай-ка крючок найди. Все, пару минут, еще один. Я вот так сейчас разину спичу. Красавец. Сука! Сошел? Тварь! Хороший был, да? А? Все, нормально, тяга пошла. Пиздец, бля! Не оторвало? Нет, у меня есть такие. Ноги хватило даже. Бёршик. Бёршик, о, блин, хороший, блин, да. Ну-ка, сфоткаемся. А вот как мой цвет поставил. Красавошный. Бёрш, блядь, хоть ты меня сегодня порадовал, обрадовал, нахуй. Расцеловать, что у тебя, блядь, за это. А? Бёрш, мешок засунь, не в пакет, ты же мешок взял. Ага, блядь, мешок, ёпта. Вот для чего и холодный. Блядь. Еще один. Хотя бы что-то, да, сегодня за целый день. Во сколько у нас? В 13:30, блин. Ну-ка покажи, на какой цвет. О. Ну что, я как всегда снимаю. Опять. Столько, блин, поклевок. Я знаю, проморгал уже. Вот. Сегодня Айдару повезло. Нет, бёрш, ёпта, говорю тебе бёрш. Не, он же клыкастый, нет? А, клыков нет. Да не, ну судака похож, если честно. Не, берш. Вот походу стая кого там стоит. Как у вас настроение? Уставшее. Уставшее. Какие эмоции вы испытали, когда я ловил? Thank you.
все почистить и пока в морозильник на коптилку, потом холодного копчения будем делать. Все, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал в Ютубе. Всем пока-пока.